Дорогие друзья, нас сегодня много, очень много, и мы такие разные, и левые, и правые, и зеленые, и всяких других цветов. Это здорово! Мы один народ, и вместе мы победим! А сейчас я передаю слово Дмитрию Быкову! Здравствуйте, дорогие друзья! Много говорить я не стану, время разговоров закончилось. Настало время законных, спокойных, серьезных и продуманных действий. Когда нас спрашивают о позитивной программе, ответить на этот вопрос очень просто. Если у тебя на пути лежит и разлагается что-то дохлое, позитивная программа заключается в том, чтобы это дохлое убрать, а дальше атмосфера заметно улучшится. Нас пугают обысками. Обыск – хорошая вещь, скажу я вам. Во-первых, находится масса вещей в доме, которые ты считал пропавшими. Во-вторых, это прекрасный шанс навести дома порядок. Иногда, как в случае с Ксенией Собчак, вдруг обнаруживаются деньги, про которые ты давно забыл. Но самое приятное – боюсь, что без этих обысков нам не найти двух главных вещей. Мы во время этих обысков находим в себе граждан. Они во время этих обысков находят свой конец. Друзья,